Первомайское шествие традиционно проходит во всех городах страны практически одинаково. Флаг, транспаранты, лозунги «Мир, труд, май». У всех улыбки, хорошее настроение. Но в Сочи нынешние торжества особенные. Проходят под девизом «Мы победили». Мы сделали самые лучшие Олимпийские игры за всю их историю проведения. И, видимо, поэтому среди районов право первым пройти по главному проспекту курорта доверили именно жителям Адлерского района. Врачи, педагоги, сотрудники администрации, спортсмены, рядовые горожане шли бок о бок, так же, как и работали во время проведения и подготовки зимних игр. Возглавляли же шествие по традиции ветераны. В силу их возраста они не прошли, хотя многие хотели это сделать, а проехали по курортному проспекту. Следом шла делегация администрации города. Мы празднуем трудовую победу. Ту трудовую победу, которую сочинцы совершили во время подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. И надо отдать должное, что сочинцы потрудились очень здорово и получили высочайшую оценку всего мирового сообщества и, конечно, высочайшую оценку президента Российской Федерации. Вообще, первомайское шествие этого года стало самым массовым за последние несколько десятилетий. В нем приняли участие, по данным администрации города, свыше 20 тысяч человек. Горожане старались именно пройти в колонии, а не стоять вдоль курортного проспекта и приветствовать своих коллег и друзей со стороны, как это было раньше. Прекрасное весеннее настроение, всех с праздником! Самому хочется поучаствовать в этом празднике. Во-первых, как бы я рожден в СССР, я помню все эти праздники, когда были народные гуляния первомайские. Очень приятно, что такие традиции возрождаются, очень много народу вышло на улицу. Поэтому и пришли. Да, мы всей семьей, с детьми, у меня старший ребенок, младший вот на плечах сидит. Самая большая колонна – это, пожалуй, гордость и будущее Сочи – спортсмены. Их так называемые коробки больше походили на пьедестал почета. Каждая школа старалась показать не только своих медалистов, но и сделать своего рода рекламу учебному заведению. Сочи! Ура! Сразу после шествия всех горожан ждали на площадке «Лайфсайт» около Южного Мола. Местные производители предлагали экологически чистые продукты. А творческие коллективы города продолжали поддерживать праздничное настроение многонационального Сочи. По традиции Кавказа принято особо чествовать старших. Ветераны – это гордость Сочи. Ура! 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 Тех, кто защищал нашу родину, к сожалению, осталось уже немного. Но, как говорят ветераны о себе, они еще в строю. А ведь самому молодому только исполнилось 92. Сочи, курорт, город. Это образец, можно сказать, который показал всему миру, чего мы можем и чего мы добились. И действительно, мы добились таких успехов среди других курортов мира. Тем временем неподалеку продолжались первомайские гуляния в парке «Ривьера». К новому сезону эта зона отдыха обновилась во всех отношениях. Появились и новые аттракционы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.